привет. Это замки. ТЭСа, СТС, значит. Двухрядка, пины, ну, снизу. Получается, если смотреть, то они у нас... Идут снизу в два ряда. И вот такой ключ. И к ним идет инструмент. Значит, использовать будем листовую фольгу. И ведем вот так вот, обворачиваем его в натяжечку. Потом лишнее отрезаем ножиком. Носик аккуратно загладили, края, и вставляем. Не перепутать стороны, фольгу в этом месте не мять, чтобы была ровная. И вставляем вот так. Оп, вставили. Значит, сейчас попробуем открыть. Ключ достается в том же положении, в котором мы вставляли.